А теракт-то был со спецэффектами. Все остались живы, и никто даже не пострадал во время взрыва, который якобы произошел 30 октября в Багдаде. А ведь западные агентства сообщили о 8 погибших и десятках раненых. Это видео с камер наблюдения. Абсолютно пустая улица, на ней оставлен автомобиль, и тут, как говорится, началось. Когда он взрывается, к машине с разных сторон подбегают люди. Некоторые из них тут же падают на землю, а другие начинают якобы помогать им. Сразу же подъезжает машина, она, видимо, по сценарию должна забирать с места теракта раненых. При этом абсолютно непонятно, кому и зачем нужна была такая постановка. Ведь 30 октября о теракте в Багдаде сообщили многие западные СМИ, в том числе авторитетный Reuters. Все для большей достоверности выложили вот это видео после взрыва. На кадрах страшная картина. Пострадавшие, разорвавшийся автомобиль. Повсюду кровь. Видимо, ее и успели расплескать актеры. Тогда и сообщили о взрыве заминированной машины на торговой улице шиитского района Багдада.